Желает успеха тебе, Макс Ехал. Итак, у меня тут событие, упаковка крупной поставки. 49 аудиодисков, вот они. И пластинка мастер. Вот, я нашел такую коробочку. Вот. Вот что у меня есть, подручные материалы какие. Вот, пенопластик. Тут еще там всяких там много всяких. Вот, а это я вот буду. Вот, кстати, видите, вот эти вот с пупырышками, вот эти. Я их буду сейчас нарежу. Буду вставлять вот так вот сюда по кусочку. Вот это вот нарежу и буду сюда вставлять по кусочку каждый диск. Вот. Музычка моя играет Гигабайт. Кстати, кавера на Тойо Напарад. Итак, продолжаем. Мне нужно нарезать 49 прокладочек на каждый диск. Вот. Значит, прокладочка. Ой, размерчика, ну такого можно. Вот, один штука. Я сразу можно. Сразу можно в диски вставлять. Время идет. Вот. Один. Вот так оно будет. Опа. Убиточки называется. Рекламка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Ты целый. Это музычка играет моя. Это Хиви Вайт. Там я играл, ну я понятно на ритме гитаре. Моя песня, так сказать, придуманная. И на барабанах Богдан. Тут же играл Life Illusion с сессионным барабанщиком. Чисто Крайница играл. Вот. Ну и у меня, что я на парте играл, Хиги Вайт. Вот, мы с ним записали. А на соло гитаре играет Алексей Викинг Химортал. Он играл в группе Мораталиум. Получается, со мной. Со мной он играл в этом, как его. Хиги Вайт только, да. С ним мы записали только две темы с Алексеем, а с Богданом мы записали три темы. Правда? Да. Вот. Готово. Так, это готово. И дальше. Так вот сейчас делаем. Вот. Да. А, ну да, на вокале это слово. Да. Не сказал. Главного, да. Это слов, да, это проекты Бетула, Эрих, там еще славянский хардкор, короче, там у него много проектов, как у меня, полно. Вот музычка классная получилась, жаль, конечно, что тем мало записали. Финансы, семьи у людей такое. Нету желания. Вот у Богдана нет желания барабанить. Я вам сам на барабанах учусь. У меня есть желание барабанить. Вот. Алексей. Семья у него там что-то. Не знаю, что он там. Как он там. Куда он там делся вообще. Исчез с радаров. Забил на музыку, может быть, временно. Может, он вообще женился, может, у него это как его. Жена ребенка родила. Или ждет ребенка, фиг его знает. Дети сопливые, конечно. Хотя, есть же он полно музыкантов, которые музыка не мешает. О, семья не мешает музыкой заниматься. И вот, так что. Сейчас мы это сделаем. Так что, кто не успел купить, его проблемы. Думаю, что-то там. Я тоже кое-что не успел купить. Тоже там на форуме были там диски. Testament был. Альбом Demonic. Мне нужен был. Там еще было что-то. Тоже не успел купить. Ну так. Вот это бы продажа мне бы, блин, месяц назад я бы себе столько пара купил бы. Всего. Успел бы купить.
Так. Конечно, да. Ну, хотя родослов. Тоже семья у него есть, жена. И семья ему не мешает музыкой заниматься. Это классно. Главное, музыка, как и у меня. Вот. Так. Опа. А потом надо еще прокладочки сделать. Так. Так. Там еще прокладки надо делать между дисками. Между дисками делать прокладки. Коробки, конечно, эти китайские, такой фуфло. Ну, других еще буду в коробке покупать. Вообще человеку хотел без коробок. Мне бы этот головняк бы, блин. Без коробок бы в тубу засунул бы еще. Не человек захотел в коробках, блин. А мне лишний головняк. Еще говорит, ну что, отправишь? А, ну могу отправить, конечно, чтобы оно тебе все доехало и побилось тут. Вчера заплатил. Сегодня. А мне только вот сегодня, что мне заняться больше нечем. Я тоже сделал полно. Вот. Доставку вода. Доставка воды. Машину принять надо. Вот такое. Все. Так, еще немного диска осталось. Так что сейчас мы запакуем все. Вот надо, время тикает, время идет, блин. Все, отправить надо. Еще смс-ка должна прийти. Я посылку получил. Где-то еще. Что, посылку получать надо, да? Это так просто, как каца. Кажется. Коробки, конечно, должны все супер-пупер, он какие есть. Китайские, блин, пуфы. Хуй какие есть нормальные. Классный альбомчик. Все, с этим я разобрался. Так. Эти штучки мне самому нужны. Будут. Вот так,
Наполнитель, вот наполнитель пригодится нормально. Вот эти были тут эти. Ну, сейчас они не нужны. Я буду, наверное, использовать вот эти штуки между прокладкой, как диски. Или картон какой-нибудь. Где картон возьму? Или как-то он можно вот. А там у меня есть целый кулек. Вот, целый кулек всего, всякой фигни. Сейчас мы его высыпем. Устроим голову. Да. Лекала. Ну вот, например, вот так вот, да? Типа такого, что-то так раз. Вот так вот.
Ну, а сейчас мы это все сделаем. Вот мой солячок. Так вот мы сделаем все. Померяем, что там с коробкой. Тут в коробку вошло так, как я хочу. Не, еще рано. Еще один диск. Можно и эту использовать тут тоже. Так. Вот. Когда-то понакупал этих дисков. Нафигачу. Как-то, халява, типа шара. Где дешево, дешево продавали. Или на меня вот еще когда-то. Я их толком никогда и не слушал. Эти диски, блин. Вот. Сейчас покупаю только то, что нравится. Уже много лет. Так, еще один диск и все. Нет, вот так вот. Вот.
вместо вот этого будет пол. Да, вот. На дно этой котёла. На дно. На дне этой котёла. Вот сюда вот диски. Вот диски вот так вот. Хотя, наверное, один диск, наверное, лучше выложить, потому что посылку надо еще положить. Да. Так, теперь я уже знаю, сколько надо чего. Получается, один диск нафиг, например. Вот. Так, вот так. Это как прокладки пойдут туда, на дно. На дно, на стенки. На стенке этого, как его. Я сейчас берал оригинал на парт. И сейчас играет оригинал твой на парт. А вот же диск еще. Так, вот сюда. Так, сначала сюда. Вот так. Значит, вот так, вот так. Вот так, это сюда. Это тоже сюда, что не годится, да. Прокладки. Вот это пойдет как прокладочка. То, что надо. Вот. Вот прокладочка хорошая будет. Вот сюда. Да, много отходов, там наполнитель, коробку, это надо сюда, вот так, и получается еще. Будильник какой-то сработал, что-то надо делать. Я не помню, что делать, да? Так. А, ну, в принципе, вот это можно. Вот это. И вот получается. О, это уже час дня. Нужно еще пойти. О. Опа. Ну вот, готово. Так, это готово. Теперь мы дальше работаем. Лучше вот так, вот. Вот. Вот прокладочки. Вот так раз. Thank you.
Опа, так. Так. Это, блин, целый процесс, нахер. Так, это, значит, надо... Так, пообрезаем сейчас, нахер, вот это вот все. Вот эти отрезки непонятные. Какие-то каши, малаши. Каша, мотокаша. Сколько же она будет весить, эта посылка? О, соляк классный. Шикардос, солячок. Вот сюда. Ну, вырезать я ничего не буду, чтобы вы видели, как какой-то процесс. Есть, делать, конечно, есть что-то. Целая эпоха. Фух. Учитесь продавать, ребята. Вот лучше. Мало кто может похвастаться такой сделкой. Вообще, менеджмент — это жесткая вещь. Вот. Сам себе менеджер, сам себе хозяин, сам себе режиссер. Вот. Так вот, раз, и так диском два. Придавим и все. Музычка закончилась, сейчас включим еще что-нибудь. А может, то же самое включим. У меня на компе особо ничего нету. Так. Так. Вот еще. Вот еще. Ой, смс-ка пришла. Диски, наверное, пришли. Другого не дано. Посылочка, наверное, пришла уже. Yes. Ну, а сейчас порежем. А было бы это в тубе, и все, и никакого головняка мне. Ну, по деньгам. Да. Ну, так человек, может быть, не понял, что, в принципе, по весу те же деньги, а ну да, может, ему некогда эти коробки искать. Может, киви-коробки дороже, я ж не знаю, сколько стоят киви-коробки. У нас, не знаю, тоже сколько стоят новые коробки, значит, китайские. Ну, тут тоже, в принципе, у меня и китайские есть, и не китайские. Нет,
тоже есть китайские и не китайские. Ну что, так, да? Ну, вроде так, да. Вот, получается уже больше половины есть. Где-то 4 стопки будет, что остальное, что наполню каким-нибудь мусором. Каким-нибудь мусором наполню. Писать гитары для диджей-колдуна. А я уже на лейбл отослал свое демо. Называется диджей-колдун, там на 58 минут чем-то альбомчик такой получился, такой что-то такое кибер-грайн, панк-грайн какой-то. Там и, ну, короче, там музычка и электронная, и гринда там присутствует тоже. Называется альбом «Лайк в бороду, дизлайк в ребро». Ну, я думаю, оригинальное название. Довольно-таки. Так. Ну, следующий альбом, понятно, будет лучше намного, качественнее. И по звуку там я уже барабаны прописал уже часть. Да как часть? У нас целый альбом уже, да. Да не, мало, там как темы короткие, там еще электронные вставки будут. Ну, может быть, и на альбом. Я еще не знаю. Потом надо послушать и гитары подбирать. Вот это все дело. Может, клавиши еще туда намешаю, посмотрим. Я еще подумаю, что там можно будет сделать. So much. Вот. Сейчас мы это все дело сделаем. Это целый документальный фильм у меня будет. Где-то на час, наверное, да? С такими темпами. Ну а что делать? Процесс такой долгий, оказывается, на самом-то деле. Надо сегодня успеть отправить до 5 часов, чтобы посылочка ушла до 5 часов, желательно. Вот. А, ну, в принципе, ну ладно. Вот и так. Вот так, чтобы было все толстая была. Ну да, это в принципе толстая. По бокам, чтобы было все. Броня, чтобы была. Так. Вот сюда, это сюда.
Так, поехали дальше. Ну, а сейчас, сейчас я делаю более толстые эти самые закрывающие, так сказать, стенки, чтобы были где-то, чтобы была пожестче прослойка. Вот, вот так вот. Все-таки от товара доехал, чтобы все было все в порядке. Вот тут вот сюда. Вот. Теперь все сделаем как надо. Ну а теперь, блин, не стыдно будет и отправлять. Вот. Так, вот это сюда. Вот, прямо лег все так. Так, ну вот так получится. И теперь будем делать завершающую, так сказать, строить стену. Вот. Вот такая упаковочка будет. Кладок. Раз, два, вот сколько. Уже сколько много. Можно. Вот так вот. Так, и так, еще надо. Еще надо, еще надо. Где еще здесь, а? Так, кладок. А, вот. Вот еще полно у меня коробок. Сейчас мы все сделаем. Уже много осталось. Сюда бухаем. Ну, вот телефончик тут был когда-то, его подарил сломанный, кто-то захотел сломанный купить, наверное, зачем, ну, кому-то надо, пускай покупает, покупает, пускай платит
Можно почтой. Ну, за свой счет он получил. Посылку оплатил. Там, привет на новой почте от директора. Прикуха у меня такая была. Директор на новой почте. Вот. Я уже там больше года не работаю. Честно говоря, тяжело там, конечно, физически. Очень тяжело было. Я, честно, и не смог там. Так, это сюда, сюда. Ну, а это сюда. Вот так вот. О. А еще один диск один, да? Еще один диск. Вот сейчас. Я снимем суперфильм, потом я его смонтирую. Может, это вырежу, может, ничего не буду вырезать. О, вот, как раз получается штука стопок. Получается 1, 2, 3, 4, 5, ну где-то 6 ступок, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну и пластинка там будет между. Как раз должно быть нормалек. Напоминает мне Гадставы. Не знаю чем, почему. Или Блэк какой-то. Какой Блэк, а? А не, Гадставы чем-то. Атмосфера стоишь. Так, ну мусора сколько, ёпты. Ну, эту тему я сам, кроме барабана, конечно, стирал все. И клавиши, и ритм, гитару, бас. Бас, соляк тут тоже мой.
так больше этих будет. Бумажки, у меня спина болит. Ничего себе. Такая работка. Смотрите, порошка нету, чтобы не думали. Порошка тут нету. Я вымыл эту коробку когда-то, высушил. Вот, спецом. Летом еще помню, да. Подумал, о, хорошая штука для книжки отправлять. Ну, книжки в коробках ездят обычно у меня. Вот. А это поедет с дисками. Все-таки немного порошка есть, да? Но его уже нету, все. Сейчас сделаем. Тут уже осталось два диска. Прокладок и все. И уже ухватит. Фух, я уже устал сейчас. Какая-то работа. Надо ж успеть, блин, до 5 часов. Успею, я все успею. Вот как раз. Раз, два. И как раз вот это вот. Ну, как-то так. Сейчас будем как-то это дело все пихать в этот, как его. Сейчас будем все это дело пихать. Это получилось 6 коробочек. Вот коробочка. Сейчас будем ее, точнее, без знака, диски убирать чуть-чуть.
Ну, вот так вот, раз. Так. Так получается у вас. Так вот, трис. Вот. Так. Ну, вы поняли, да, как я буду делать. Сейчас я так камеру. 49 дисков я запаковал. Вот в эту коробочку. Вот, 49 дисков здесь. Вот оно. По весу сейчас, ну, весы принесу, взвешу. Вот, запаковал сюда. Есть на 1500 гривен. Вот, а сейчас, то есть туда пластинку я побоялся вставлять, потому что не знаю, как оно доедет. Пластинка может сломаться. Вот, ну, короче, теперь будем саму пластинку паковать. Вот, ну, пластинку паковать легче. Мастер, вот мастер, пластиночка. Пластинкой все окей. Сейчас мы будем в этот пенопласт. Благо пенопласта полно. Вот. Опа. Так что это дело легче уже будет. И это тоже вот так вот. Опа. Все. А это остаток. Вот. Вот мои оставшиеся пластинки. Кстати, я подумал, может быть, эту коробочку ставить. Но как раз будет нормально. Да, хотя и в эту можно поставить. Сомневаюсь, может быть. А что, какая разница? Вот сюда. Вот пластиночка вот так. Вот получается так, а потом... Так, сначала надо скотчем мотнуть. Ну, а сейчас мотнем скотчем. Она никуда не делась. Опа. Вот так и вот так. Ну вот так и вот так, да? Так, а тут как? Тут. Или все-таки лучше в эту штуку наполнять? Что до хера, блин, на эту пластинку ресурса уходит. Ну, можно так попробовать, а сейчас. Ну, не сюда, в принципе. Сюда попробую.
сейчас сделаем как надо. Аппетит приходит во время еды, как говорится. Вот. Так то, что идея рождается во время делания чего-то. Получается уже посылочка дубовая, никуда она не денется. О, все. И теперь мы это скотчем замотаем сейчас. Ролик я покажу, конечно, в понедельник, скорее всего, на своем каналчике. Или во вторничек, когда уже посылка прибудет. Посмотрите, как надо паковать посылочки правильно. Опа. Ну вот. Сейчас еще вот это и все. Ну все, теперь посылка, а что с ним будет?
Она уже в картоне там. С этой картинкой уже ничего не случится. Ссылочка практически уже готова. Значит, два места. Ну вот, готово. Ну вот, готово. Все. Тут 49 дисков, а тут виниловая пластинка. Ну все, два места получилось. Как ни крути, по-другому никак.